Это плитка на пол. Она разных цветов. Это пока в актовом зале школы на пятой просеке слышно только эхо монтажных работ, а из декораций – отшпаклеванные стены, коробки с плиткой и строительные леса. Совсем скоро здесь внутренние отделочные работы выйдут на финальную стадию, и зал для концертов и выступлений заиграет новыми красками, как и все другие помещения – столовая, спортзал и учебные кабинеты. Строители кладут плитку, красят стены, протягивают инженерные коммуникации и монтируют навесной потолок. Работы ведут на всех этажах будущей школы. Завершается работа по укладке напольной плитки. Завершаются работы по возведению системы подвесного потолка. Вот. И внутренние инженерные коммуникации – это слаботочные системы, пожарная сигнализация, интернет и так далее. Активную работу ведут и снаружи. Почти закончена облицовка фасада, завершается благоустройство прилегающей территории. Спортивные и игровые объекты уже установлены, осталось поставить забор. Всего на объекте трудится около 200 строителей. Это достаточное количество, чтобы вести все работы строго по графику. В этом убедилась и глава Самары Елена Лапушкина, которая проверила текущее состояние стройплощадки. Ситуация рабочая, достаточно много людей на объекте трудится. Очень большой объем был выполнен за тот период, что мы с последнего приезда. Графика работ полностью соблюдается. Благоустройство практически уже все закончено. Школу на 600 мест на пятой просеке возводят в рамках нацпроекта «Демография». Срок окончания строительных работ – 31 декабря этого года. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Колдашов. События.